минуту внимания. Огромное спасибо за вашу поддержку. Огромное спасибо за то, что встретили. Я все эти дни чувствовал вашу поддержку и знал, что я не одинок. И самое главное, все попытки власти, нелегитимной власти запугать нас, выбить из колеи, они бесполезны, потому что нас не запугать. Мы знаем, что мы правы. За нами правда, за нами свобода, и поэтому мы рано или поздно победим. Ура! Это огромный наш общий успех. Власти, наверное, надеялись, что выбив из игры одного, двух, трех человек, они парализуют все движение. Ничего этого не случилось. Мы показали пример того, что общество проснулось, общество изменилось. Нам не нужны вожди, нам не нужны какие-то единоличные лидеры. Мы все сами можем организовываться и добиваться своих целей. Уже две недели или больше Москва гуляет, Москва проснулась. И мы добьемся своих целей. Россия будет свободной. Победа будет за нами. Если сейчас есть кто-то на Арбате... Я обязательно ненадолго заеду, хотя еще я не установился полностью. Обязательно заедем, обязательно. Наш ближайший план, друзья, ежедневно выходим и 12 июня вновь показываем нашу силу на марше миллионов. Придете? Да! Спасибо, друзья. Перемена на лицо. Как в декабре началось меняться общество, так и продолжает. 6 мая был очередной успех. Как они не пытались нас провоцировать, сейчас все эти угрозы уголовных дел, репрессии, они нас не остановят. То, что уже все эти дни люди выходят, люди гуляют по бульварам, на площадях, самоорганизуются, уже не нужны какие-то лидеры. Это прекрасно. Это меня убеждает в том, что мы добьемся тех целей. И главное сейчас не снижать активность, не снижать градус наших требований. У нас главное требование — честные выборы, перевыборы и легитимная власть. Без этого Россия не будет развиваться. И мы, я уверен, этого добьемся. Все вместе. Один за всех. И все за одного. Один за всех. И все за одного. Один за всех. И все за одного. Очень неловко. Означает ли это, что в ответ на политическое давление народ начинает отвечать политическим террором?
если усилия репрессии, к сожалению, все придет именно к этому. И власти должны это понимать. Если они хотят развязать здесь беспорядки и гражданскую войну, то они, наверное, в пути. Но мы этого не хотим. Мы хотим мирных перемен, мы хотим мирных реформ, и будем двигаться по этому. Полтора миллиона трактов. Я здесь обойду. Сейчас надо. По закону о митингах обязательно там постараемся выступить и предотвратить принятие этих просто, я не знаю, драконовских законов. Нельзя этого допускать. Но может тоже приходить. Привет, дорогой. Допускай. Будем делать все. Спасибо. Молодец! Молодец! Удальцов! Дайте сказать, человек! Друзья, сейчас я хочу действительно подъехать на Арбат, поприветствовать людей там, и вы возвращайтесь. Огромное еще раз спасибо, что встретили. Мы ни на один день не будем снижать нашу активность. Все силы, которые есть у меня, я буду тратить сейчас на наше общее дело. Этот девиз «один за всех и все за одного» должен стать действительно нашим принципом жизненным. Только поддержка каждого из нас со всех сторон может дать результат. Никто из нас не должен себя чувствовать одиноким, покинутым. И тогда мы добьемся всего, чего мы считаем нужным. Спасибо! Спасибо! И все за одного! Спасибо! 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 Спасибо вам, друзья! Завтра встречаем Алексея Навального в 8:50. Шесть в мэрии вас приняло завтра. Я не знаю, я просто не понял. 8:50 здесь встречаем Навального, 26-го встречаем Яшина и работаем по полной программе. А 12-го очередной массовый выход. Мы покажем свою силу. Еще раз повторю, Россия будет свободной! Россия будет свободной! Россия будет свободной!